Загальновідомо, як важливо кожному з нас знайти свій життєвий шлях. Тільки тоді можна досягти максимальних результатів і задоволення від своєї діяльності. Наш сюжет – про людину, для якої ці слова вже давно стали змістом для його життя. Я Бакумов Сергій Михайлович, предприниматель. Родився, вирос, живу і працюю в своєму рідному місті на благо граждан. Я со своим коллективом обустраиваем парки и зоны отдыха для того, чтобы подольчанам и гостям города было комфортно и уютно отдыхать. Делаю все для того, чтобы мой город был цветущим и красивым. Твориться особиста історія міських парків. Центральна площа нашого міста на деякий час перетворилася у креативну майстерню. Тут співпрацюють дві бригади – це робітники асфальтного заводу, які викладають плитку у 3D-форматі, та працівники підприємства «Залізний захист», котрі облаштовують паркову зону – зону відпочинку. Парк – це громадський простір, але важливими є людські історії, які створюють історію наших парків. На данный момент у нас работает в бригаде два человека на данном объекте. Сейчас обустраиваем зону отдыха. Здесь будет цветная инсталляция, одуванчики из нержавеющей стали. Потом она забетонируется, на нее будет привариваться сама инсталляция. И здесь будут скамеечки, здесь будет такая зона отдыха для граждан. Тут и тенечек есть. По колу? Да, декола сделана, тут будут скамейки, а внутри будет... Это металлическая инсталляция. Все специалисты, как говорится, наши местные, выращенные, как говорится, собственными руками. И ребята, которые работают у меня уже много лет, довольны. И работу делают качественно. Это можно по нашим работам, которые сделаны в парке на Черемушках. Полностью мы парк делали. Парк на сахарном заводе. Арки это ребята на наших станках делали своими руками. Все это сделано для нашего любимого города. Як говориться, з любов'ю. Підприємство «Залізний захист» знаходиться на вулиці Мічуріна, 11, район Комсомольської. На підприємстві працює колектив професіоналів, які складаються з 12 чоловік. Вони виробляють інсталяції, паркові лавки та урни. І цей колектив очолює більше 20 років Сергій Бакумов. Ось, власне, ми попали туди, де це все, те, що ви бачили раніше, це все производиться. Зараз ми вам покажемо, як це робиться, ким це робиться і... Ви самі все увидите. Так, ось ми бачимо ці бруски. Для чого вони? Это скамейки в ЖД-клуб, в парк ЖД-клуба. А вот это скамейки на сюда, на привокзальную площадь. Это такие вот там, где мы с вами видели, вот это в круге, вот это вот будут такие скамейки. А вот это вот инсталляция, это светящийся шар будет стоять там, где мы с Еленой Валерьевной планировали. Вот оно будет... Красиво смотреться днем и светиться ночью. Собственно, руками этих людей и производится вся эта красота. Есть еще вот сборщики у нас, есть у нас еще люди, которые это все по металлу работают и изготавливают это все из металла. Мы сейчас с вами пойдем дальше, увидим это все. А цех какой? Это цех, тут сборка. Вот ребята собирают, да, по дереву и сборка. И по этому самому здесь мы двери делаем, но это так. А вот наш... Железный цех, где, как говорится, производятся все каркасы, основы для всех наших работ. Да? Для инсталляций, для лавок, для скамеек. Это станок, который вырезает детальки из металла. У всі часи існування будь-якого виробництва цінували і поважали майстрів-умільців, які можуть зробити все, знайшовши раціональне зерно при вирішенні будь-якої проблеми, використовуючи при цьому різні творчі підходи. Є люди, які працювали у нас вже дуже багато років. Ну, великі професіонали. І стараємося набирати ще людей, створювати нові робочі місця. Іщемо, як говориться, таланти. Хто вміє, може. То учим, собираем, учим, ну, как говорится. Молодые да, люди, да, креативные. Молодые кадры, да, находим тех, кто хочет работать, мы научим, всему все подскажем и, как говорится, примем в коллектив. При разработке, проектировании той или иной темы, яку вам дали на завдання, что вы начинаете? Ну, вообще все начинается с проектов. Так. Обговорюєте, да, так? Обговорюємо проекти, все, обговорюємо рисунки, а потім це все дається на програму, рисується це все в програмі, і потім станок
вирізають вже те, що від нас просять. При розробці будь-якої теми, будь-якого парку, ну, в першу чергу обращаю увагу на тематику, тобто, ну, архітектуру, місце розположення парку, що хочуть побачити в цьому парку. Більше з дитячим уклоном, або більше, в парку на Черемушках, там є окрема дитяча зона, яка була, спеціально забор був розроблений під дитячу зону старими мультфільмами, з персонажами старих мультфільмів. Зона отдыха уже была рассчитана более на среднюю возрастную категорию людей. И сейчас работаем над площадью, то, ну, там совсем другие требования. Там вроде бы как оно все взаимосвязано, и взрослые, и дети, и все, потому что там, ну, допустим, городская елка там же проходит, все у нас же, ну, центр вроде бы такой. Поэтому на все это обращаем внимание и прислушиваемся к заказчикам и стараемся предложить что-то свое. С каким материалом вы работаете? Основа всего, всех изделий – это, естественно, металл. Ну, во-первых, из него можно сделать любую практически красоту. И, во-вторых, он более долговечный, так как говорится, чтобы еще наши внуки увидели то, что было сделано нами для них. Ну, все, как говорится, сделано своими руками, руками подальчан, для следующих поколений. Все, опять же, я повторю, что делается с любовью, чтобы было красиво, надежно и на века. Сергей Михайлович, скажите, будь ласка, с чего начинается ваш рабочий день? Рабочий день, он практически, как говорится, конкретно мой, то он, как говорится, оно и во сне мысли, все о работе. А, ну, рабочий день, как у всех, начинается с планерки, расставления всех по местам, озадачивания и, ну, как говорится, с благословением и в бой. Так. Какие планы на перспективу? Ну, планы на перспективу только вперед. Хотелось бы, чтобы наш город, ну, скажем так, был одним из самых лучших и самых красивых. Угу. Ну, хотя бы не на всей Украине, но хотя бы в Одесской области. Угу. Ініціатором ідеї створення парків є міська влада, а саме заступник міського голови Олена Музичук, яка співпрацює з бригадами та є творчим куратором різних проєктів. Совместная работа у нас с этими ребятами не первый год продолжается. Поэтому настолько находим взаимопонимание, что если возникает какая-то идея у них или у нас, мы совместно обсуждаем, находим какую-то ту изюминку, которая может быть применимо вот к этому парку, к другому парку. И вот получается в конце совместной работы вот такие хорошие вещи, как парк Черемушки, парк сахарного завода. Сегодня все силы брошены на этот, ну, я считаю, такой основной объект, потому что это центр города, это визитная карточка нашего города. Поэтому особое внимание уделяли. Хотелось, чтобы это было уже и современный стиль, и те элементы, которые напоминает о том, что все-таки это железнодорожная станция крупная, вот, чтобы было интересно и днем нашим гостям и жителям, ну и, конечно же, вечером, чтобы все это будет светиться, все подсвечиваться. Я думаю, что людям понравится. И хочу, вот, пользуясь случаем, большое спасибо сказать и бригаде Сергея Бакумова, большие умницы, что не покажешь, что не подскажешь, все сделают, креативно подходят к этому, молодцы. Бригаде Сергея Кожухаренко, которая вот плитка, это все их рук дело, в всех наших парках тоже. Асфальтный завод. Да, наш асфальтный завод. И, ну, молодцы большие ребята тоже, молодые хлопцы такие, достаточно серьезно относятся к своей работе и предлагают вариации. И все они подельчаны наши. Все наши городские ребята, все трудятся на территории нашего города, все платят налоги в наш город. Поэтому, конечно, мы поддерживаем и приветствуем только таких молодых людей, которые трудятся на благо нашего города. Новобудова парків – це справжній оазис. І він у нас є у мікрорайоні Черемушки. Коли ви отримали перше завдання, що відчували і з чого починали? Яка ваша перша робота? Ну, перша робота, нам предоставили в парку Победы, в парку Слави, да,
Ми себе пробували на відповідальних участках парк Слави. А що саме ви робили там? Скамейки і фонарі. А серйозна робота, звісно, це перша. От цей парк, Черемушки. То здесь ми, звісно, постарались, приложили всі сили. Чувствовали, конечно, ответственность. Городские власти, они возлагают на нас надежды, как говорится, и мы их стараемся оправдывать. Ну и судя по самому парку, то я думаю, что получилось, понравилось всем. И граждане довольны, и мы довольны своей работой, радует глаз. И, естественно, местные власти, я думаю, что не пожалели, что они... Вам дали да, цю... да, нам це задання, предоставили да? Это задание, да. Сами можете убедиться, что народу очень много. Люди приходят, отдыхают, детские площадки с детьми, и сами люди отдыхают. Сделано очень много скамеек для отдыха. И как не проезжают, то здесь постоянно люди, постоянно кто-то отдыхает. Скажите, будь ласка, що вас надихає, щоб приходити сюди у цей парк відпочивати? Ну, во-первых, приятная обстановка, так? Угу. Вот. Благоустроенный парк. Мы называем его фонтанчик. Угу. Мы здесь живем угу. недалеко. Все. По привычке мы идем на фонтанчик, угу. да? Вот. Красиво, клумбы красивые, а чудесные арки, да. Ходим сюда отдыхать. Мы все время. Подобается вам отдыхать? Очень, да, очень, да, да. Зона отдыха чудесная, да. Вот. Так что мы с удовольствием ходим. Спасибо тем, кто причастный к этому был, кто строил, кто организовал, кто деньги давал. В общем, спасибо большое. Мы очень довольны. Не только мы восхищаемся. Приезжают дети не так часто, но уже взрослые, и говорят, пожалуйста, красота какая. Сделано в этом парке, это надо хранить, относиться бережно. Хотел бы самое лучшее, чтобы пожелать всем здесь отдыхающим. Собирается очень много народа. Очень красиво. Спасибо местным властям. Да ви що, це наше щастя, цей парк. Дуже хорошо все зроблено, красиві квіти. Дівчатки так працюють дуже хорошо, тут чисто. Воздух такий із лісу дує. Дуже красиво, ми дуже довольні, особливо пенсіонери, дуже довольні, що ми маємо такий парк. Це красота. Дай Боже людям тим здоров'я, що це придумали і зробили для нас. Що говорять ваші дружини, ваші сім'ї? Ось вони також відвідують цей парк. Що вони говорять? Яка їхня думка? Ну, звісно, думка тільки положительна, тому що, вроді би, як наші половинки, і, ну, довольні нашою роботою, гордяться за нас. Пишаються, да. Так? А чи пишаєтеся ви своїм колективом за цю от роботу? Ну, конечно, как говорится, я тут стою перед камерой, а ну, основную работу делают люди. Угу. Я организационные вопросы и все проекты. А в основном все это делают люди своими руками, качественно, добросовестно. Ну, видно по нашим работам. Сергей Михайлович, скажите, будь ласка, кто вы за специальностью и чему обрали саме цю справу? Вообще я по образованию совсем далеко от этой профессии. Я товаровед. Ну, как говорится, это были 2000-е годы, конец 90-х. Ну, жизнь заставила. С одной стороны, это дело было вроде бы как более-менее молодое в то время. Ну, интересное. Интересно было работать, что-то разрабатывать, какие-то рисунки, какие-то эскизы. Создавать какие-то изделия. Скільки часу потрібно на ту чи іншу інсталяцію? Є якась перед цим історія, що ви саме обираєте ту саме картинку чи ту фігуру? Є, звісно. Ну, з розробкою, з усіма проєктами, розрахунками, то є такі, на які уходить більше місяця на одну інсталяцію. Для того, щоб все було, як говориться, в пропорціях. Процентом соотношений. Сейчас поедем на территорию, и вы уже все увидите, заснимете. Как оно все еще в черновой, как говорится, заготовке. Скажіть, що ви відчуваєте в цеху, коли працюєте от над якоюсь роботою, над якимось виробом? Ентузіазм. А ще? Ну, задоволення отримуєте від того, конечно, що ви робите? Звісно. Робота з деревом – благодарна робота. У якому процесі ви ще берете участь, коли виготовляєте якісь інсталяції, вироби? Чи завжди працюєте з деревом? З деревом і другими дерево
подобными материалами, МДФ, МДСП. Сейчас сделаем ламели на скамейке вот в парк. Вот ламели. Такого плана, там другие разные. Конечно, нужно быть как художник, всегда придумать, чтобы было удобно, эргономично, красиво. Міським жителям часом буває важко втекти від метушні, подихати свіжим повітрям і насолодитися прогулянкою на природі. Але багатьом пощастило, і вони можуть знайти прекрасний зелений куточок у нашому місті у парку селища цукрового заводу та насолодитися усіма умовами для відпочинку різних вікових категорій відвідувачів. Когда-то очень много лет назад мы начинали с того, что делали обычные решетки и всякие мелочи металлическим изделиям. Угу. А как говорится, за годами уже дошли до такого уровня. Делаем вот такие вот красивые, сложные работы. Это второй парк по сложности после парка Черемушек. Угу. И здесь, конечно, мы были озадачены чуть больше. Были более сложные работы, mm-hmm. Эти топиарные фигуры, да, это все сделано собственными руками, руками моих работников. А с чего сделаны ось цей олин? Это металлический каркас, и mm-hmm. он обтянутый декоративным мазоном. И довольно такие получились неплохие фигурки, симпатичные для mm-hmm. фотозоны. Здесь, кроме плитки и детской площадки, это все наши работы. Скамейки, арки, цветы, мосты. Топиарные фигуры. Это все наша работа. И вроде бы, как этот парк маленький, не сильно большой, его можно назвать вроде бы как аллеей, но mm-hmm. довольно-таки и мы постарались, и, как говорится, местные власти нас попросили mm-hmm. для того, чтобы мы это все сделали красиво. И, благодаря совместным усилиям, то у нас, опять же, получилось очень красиво, да. Людей на открытии парка было очень много, все довольны, и я думаю, что в основном всем понравилось, да. Нам, мы, конечно, гордимся своей работой, что у нас получилось. Угу. То, что от нас спросили, то мы это все воплотили в жизнь. Знизу залізний каркас, зверху ви обтягуєте спеціальним матеріалом, а ви враховуєте температуру, перепад температури і вологостійкість. Спеціальний матеріал, він розраховано для спортивних площадок. Угу. Тобто для ігри футбол, волейбол, він дуже сильно крепкий матеріал. Тобто температура йому... на нього ніяк не впливає. Не боїться ні морозу, ні жари. Страшно було? От що починати, як робити? Більше всього переживав, може бути, за те, що не справлюсь. Угу. С поставленной задачей. Все довольны, поэтому справился, да. На даний час у нашому місті іде реконструкція молодіжного парку. Який внесок ваш у цю справу? В даний момент ми працюємо над двома парками. Це площадь возле ЖД вокзалу і парк ЖД-клуб. В парку ЖД-клуба там зробили вже скамейки, урни. Сейчас планируются фонари, тоже будет большая инсталляция, скорее всего, посвященная железнодорожникам, скажем так. А на центральной площади, то вы сами можете убедиться, увидеть все 24 числа на День независимости. Уже все будет стоять, сверкать, блестеть. Все будет наглядно, можно будет посмотреть, потрогать, порадоваться. За нас і за наш рідний город. У перспективі будуватися буде у військовому містечку новий парк. Який внесок у вас буде там? Є вже плани на нього, да. Є проекти, над которыми ми вже работаем. Парк теж буде дуже красивий. І жителі воєнного городка, я думаю, що остануться довольні нашою роботою і роботою нашої мерії. Тож моє місто йде вперед. І воно найкраще у світі, бо цю красу творять люди. Найдорожчий скарб міста – наші подільчани.